Штребух. Всем привет! С вами Штребух, повелитель помоек. И это обзор находок, которые я нашел в помойках. В обзоре я нашел много всего. Помойка реально кормит. Поддержите меня лайком и подпиской на мой канал. И всем приятного просмотра. Нашел на стриме много серебра. Если хотите посмотреть запись стрима, ссылка будет в верхнем правом углу. Даже есть кольца для помолвки. Я просто в шоке с людей, как можно было такое богатство выкинуть. Цепочки абсолютно целые, кольца, наборы сережек. И все это сделано из серебра. На каждом изделии стоят пробы. Попытаюсь сдать в ломбард, надеюсь хотя бы 2000 рублей, но мне заплатят. Также, где я нашел это серебро, была еще бижутерия. Но она стоит копейки по сравнению с вот этим серебром. Нашел часы от бренда Michael Kors. Жаль только, что камушки с циферблата повылетали. Так они еще и работают. Но вот только судя по качеству, видно то, что это подделка. Нашел робу курьера Яндекс Еды. В принципе, почти такой же набор я уже находил. Ссылка будет на видос вот здесь. Заходите, смотрите, кто не видел. Чтоб вы понимали, футболка уже зацвела. Но это просто жесть. А еще вот здесь тоже есть плесень. Попробую это отстирать и продать 1000 за 3 на Авито. Блин, в карманах ничего нет. Думал, может, мне оставил хотя бы пару тысяч. Жилетка очень теплая, зимняя. В принципе, в ней можно было бы ходить на рыбалку. Терморюкзак в хорошем состоянии. Это самое главное в этом наборе. Его, конечно, нужно будет отмыть. А внутри даже есть кое-что интересное. Наборы курьера, вилки, салфетки, ложки. А вот здесь еще есть всякие брошюры Яндекс.Еды. Но они уже отсырели и... Скорее всего, это очень сложная работа, раз курьеры выкидывают такие костюмчики. Нашел целую коллекцию старых марок. Были они вот в такой книге. Книга в офигенном состоянии. Также и марки. В книге их очень много. Эта коллекция реально на вес золота. Марки 72 года, 84. Офигеть, такие красивые. А ведь кто-то эту коллекцию собирал всю жизнь, а кто-то взял ее и выкинул беспощадно на помойку. Я не особо разбираюсь в марках, но видно, что вот эти марки очень старые. 1928 год. Так на каждой странице этих марок очень много. А это марки Почты России. Видно по ним, что они очень старые. Блин, какие они красивые. Вот эта марка 100% довоенная. Абсолютно весь альбом забит этими марками. Заграничными и еще довоенными. Может, кто-то из вас разбирается, подскажите в комментариях, что мне с ними со всеми делать. Офигеть, старые 20 рублей. Вырезки с конвертов. Я не знаю, что вот это такое. Похоже на какую-то рекламную брошюру. Из Англии. Конверт из Германии 1964 года. Вот еще конверты. Все очень старое. Почтовая карточка из Германии. Охренеть. Государственный кредитный билет 10 рублей. 1909 года. Выпрямитель для волос от фирмы Браун. Крутая находка, можно будет продать на Авито рублей за 300. Охлаждение для ноутбука от бренда DeepCool. Здесь были USB разъемы для подключения, но они не работали. Я решил эту проблему, подключив USB провод напрямую к вентилятору. И в итоге все работает так как надо. Продам на Авито рублей за 200. Сундук для инструментов от бренда Stanley. Он пусть и грязный, но абсолютно целый. Чуть попозже помою его и продам на Авито рублей за 400. Нашел целый мешок корма от бренда Advance для щенков. Со вкусом курицы и риса. Я мешок взвесил, там осталось почти 7 килограмм корма. Чтоб вы понимали, пачка этого корма стоит 5000 рублей. Обидно то, что он просрочен на 1,5 года. Но я думаю, это не особо страшно, так как собаки даже едят дохлятину и остаются живы после этого. Смартфон на андроиде от бренда Fly. Его даже никто не разбирал. Вот здесь стоит пломба.
модель FS452. К сожалению, у него разбит дисплей. Из-за этого телефон включается, но картинки абсолютно нет. Придется продать на Авито рублей за 300 на запчасти. Спас этого медведя от неминуемой гибели. Как можно такие игрушки выкидывать на помойку? Лучше бы возле помойки его оставили, и может кто-то бы и забрал. Нашел старый, но большой кальян. У кальяна есть небольшая особенность. Кто-то курил его так сильно, что у кальяна сорвало днище. Но ничего страшного. Так как я до этого находил силиконовый шланг и целую колбу. О, вот это уже совсем другое дело. Силиконовые шланги намного лучше, чем вот этот деревянный ширпотреб. Нашел три блока питания для ноутбуков. Проверил их тестером, вот эти два работают, а этот не работает. Придется забрать провод на медь, а блок питания выкинуть. Вместе с блоками питания я нашел большую кучку проводов. И даже пачку сухариков. Новый USB кабель, удлинитель для любых USB проводов. И вот такая непонятная хрень. А еще там была вот эта игра, реально классная штука. Нашел крутой смартфон Nokia N8. Но, к сожалению, я рукожоп уронил его и разбился экран. Если что, на втором канале есть запись стрима, где я его находил. Я думал, что сенсор перестанет работать после падения, но все прекрасно работает. Кстати, телефон реально крутой. У него даже камера офигенная. Модель телефона старая, но камера у него реально крутая. Даже есть подсветка автофокуса. Самые лучшие комментарии последних видосов, а если ты хочешь попасть в видос, пиши креативный комментарий. Снимаю шляпу и склоняю колено перед самыми щедрыми подписчиками. Нашел моточерепаху от бренда Mad Max. Стоит такая новая на Авито 6000 рублей. А я нашел абсолютно бесплатно в помойке. Она абсолютно целая. Видно, что с этой черепахой еще никто не падал. Но это в принципе отлично, потому что продать ее получится 1000 за 3 на Авито. Я просто в шоке. В принципе, это неплохая защита, можно в ней ходить по помойкам. Если конкуренты на меня нападут, бомжи и дворники, тогда у меня будет офигенная броня. Я смогу раздавать просто направо и налево. Офигенно! Парень с канала Простак прислал мне посылку на распаковку. Кстати, на своем канале он снимает контент, в котором показывает, как можно заработать обычному школьнику. Ссылка на его канал будет в описании. Заходите, прицените контент. А если кто-то из вас хочет мне прислать посылку на распаковку, можете смело об этом писать мне ВКонтакте. На дне коробки написал Штребуху, королю помоек. Ну сейчас посмотрим, что же там внутри. Неужели iPhone 4? Так, братва, iPod. Нифига себе, у меня был такой. Это iPod Nano 7. Офигеть, он даже работает. Сейчас я его поставлю на зарядку. А пока он будет заряжаться, осмотрим, что же там еще есть. Так, а это электронная книга Texet. Ну, скорее всего, не работает, экран битый. Старая игровая мышка Fotech X7. Но, к сожалению, она по-любому не работает. Нужно чинить провод. Беспроводная мышка Fotech, скорее всего, работает. Что вот это, я не знаю. Здесь есть кнопка включения какой-то подсветки. Bluetooth наушники JBL. Но вот здесь я сразу заметил то, что провод порван. Скорее всего, новые батареи для iPhone. Но, к сожалению, нет контактов. А без контактов они мне нафиг не надо. Выкину в помойку. DDR2 оперативная память Kingston. А вот это уже крутая тема. Sennheiser модель HD201. Кстати, iPod Nano 7 зарядился. Оказывается, он на 16 гигабайт, полностью рабочий. Простак, спасибо тебе огромное за такую посылку. Больше всего мне понравился iPod и вот эти наушники. Нашел два кнопочных телефона. Первый Nokia на 2 сим-карты, полностью рабочий. Вместе с ним даже была зарядка. Второй телефон тоже работает. Тренажер, резинка, полностью рабочий. Лицензионная Windows 7. В комплекте два диска, они в идеальном состоянии. Попробую продать на Авито за 500 рублей. Нашел вот эту куртку. Офигенная, теплая, зимняя. Буду в ней шариться в помойках. А еще нашел вот эти штанишки. Тоже тепленькие, офигенные.
Буду у них летать по помойкам и обгонять конкурентов. Огромный моток скотча. Реально полезная для меня находка. Буду паковать сюрприз-боксы и радоваться халяве. Электронная пилка Шоль. Жалко, что у меня нет батареек, проверить ее не могу. Но по состоянию щетки она как будто новая. Женские часы от бренда H&M работают прекрасно. ТВ-приставка от Dom.ru работает прекрасно, продам рублей за 500 на Авито. Это прибор, с помощью которого можно рассматривать монетки. Называется Mac 2. Абсолютно новый. В комплекте даже документы. Вот так он выглядит. Снизу крепятся монетки на магните. Вот здесь есть кнопка, которая включает подсветку, и с помощью нее очень удобно осматривать мелкие детали у монеты. Продам или положу в сюрприз-бокс. Две коробки с паленными часами Casio G-Shock. Часы не работают, скорее всего нужно просто вставить батарейку. Пусть они и китайские, но все равно классно. Первый раз нахожу новые часы в коробках. Был найден в коробке триммер от бренда Oriflame. Абсолютно новый, видно, что им никто не пользовался. Нашел картину скалами. Это так цветы называют, именно вот эти. Картина абсолютно новая, даже в упаковке. Правда, она немного гнутая. Попытаюсь ее продать рублей за 200 на Авито. Может, кто-то и выровняет калы. Дорогая, вот прими мой букет. Здесь 5 калов. Да, но название реально странное. Чё за калы, блин? Ну это жестко звучит. Дорогая, я тебе подарил букет калов. Мелких находок было найдено немало. Я просто в шоке. Еле все уместил на стол. Зеркало заднего вида для авто. Кружка для пива. Степлер рабочий. Новые чехлы для Самсунга. Мыльное рыльное. Средство для удаления налета и ржавчины. Сделано в Германии. Полбанки кофе. Штук 12 презервативов Comtex. 5 пар очков для плавания. Пачка трюфельных конфет. И они даже не просроченные. Трубка от домофона Визит. Рабочий пауэрбанк на 30 тысяч мАч. Но он китайский. И по факту им зарядить телефон получится один раз. Блоки питания. Новые чехлы-аккумуляторы для 5-го айфона. Рабочая Bluetooth-колонка. Ширпотребные часы. Смеситель пойдет на латунь. Коробки от Apple Watch. 3 коробки от AirPods. И 2 коробки от iPhone XR. А еще было найдено 2 смартфона. И оба от бренда ZTE. Первый по-любому попала влага, он не включается. И еще в придачу у него разбит экран. Второй телефон тоже ZTE. Видно по нему, что модель поновее. И кстати, экран у него целый. Но он тоже не включается. Сзади нет крышки, а также нет батареи. Продам смартфоны на запчасти. Также нашел новые наушники JBL. Лежали в коробке от смартфона. Новый Type-C USB кабель. Розовая затычка-вибратор, вы поняли для чего. Счастливый пятак. Старый жесткий диск для ноутбука. Портсигар Jack Daniels в нормальном состоянии. Рабочая флешка Kingston на 8 гигабайт. 2 3G модема и 1 4G модем МТС. Вот его получится продать рублей за 800. Ценная находка. Все самое крутое, что есть на этом столе, пойдет в сюрприз-боксы. А если вы хотите заказать у меня сюрприз-бокс, пишите мне об этом в сообщениях ВКонтакте. Давно мне не попадались вейпы. Вот этот вейп полностью рабочий. В комплекте были 2 никотиновые жижки. Вейп от бренда Ego Aio. Вейп на испарителях. В принципе, неплохая находка. Положу в сюрприз-бокс. Итоги по продажам скромные. Удалось продать гитару, сюрприз-бокс в размере M и в размере S. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Штребух. Подпишитесь на мой канал, поддержите меня. Этим вы меня промотивируете снимать чаще, круче, качественнее и офигеннее. Вот. Всем пока.